Данный станок работает на приложении, возможно, на андроидах, возможно, на всех айфонах, ну, при этом используя Bluetooth. Сейчас мы покажем, как процесс осуществляется. Приложение находит машину с серийным номером. Дальше мы запускаем работу. И здесь у нас показано, сколько работ у нас осуществилось и сколько у нас осталось. Все, начинаем работу. Машина всегда начинает работать с позиции дом, который у нее находится в левом нижнем углу. Произошла калибровка машины. Теперь мы будем искать, что мы хотим с вами отполировать. На данный момент мы хотим отполировать Apple Watch. В нашем случае мы ищем модель 44 мм и начинаем работу. Приложение достаточно простое, все создано на интуитивном уровне. Есть варианты полировки, то есть прополировать полностью, прополировать только контур какого-то устройства, либо выбрать какую-то точечную полировку, со что вы берете форму. Дальше вы вкладываете в нее вкладку с той или иной моделью, в данном случае часов. Вы устанавливаете, то есть поднимаете основную платформу и устанавливаете вашу вкладку, ну, или платформу для полировки часов. Достаточно будет защитить ваше устройство, которое вам также наглядно там показывается, ну вот таким вот, грубо говоря, путем. Выбираем процесс полировки. Есть несколько вариантов. Ну, в основном мы работаем на второй версии. Каждая полировка включает из себя два круга, которые идет один вертикально, другой горизонтально. Вы можете добавить эти круги. Все зависит от того, насколько вам нужно отполировать те или иные царапины. Какие-то поменьше, какие-то побольше. И нам показывает, что мы с вами выбрали 6 кругов. И данная работа будет осуществляться 4 минуты 42 секунды. Машинка у вас уходит в угол, дает вам возможности налить водички для дальнейшей работы. Нам нужно с вами нанести пасту, совсем немножко пока вот так делаем. Вообще все очень удобно и понятно. Машинка себя калибрует, выходит на позицию дом.